Ну вот и прошел наш вебинар «Бизнес без стресса», да? Вот. Поскольку я говорю очень простым языком и таким увлекательным способом, ну вот, например, быстрое принятие правильного решения, как преодолеть давление оппонента, там, как выйти из нежелательной ситуации, это же все психологические форматы. А там были и люди, которые живые люди на вебинаре, у которых свои проблемы, там, у кого там спина болит, у кого там ребенок с ДЦП, как вообще быть. И есть люди с ограниченными возможностями, которые тоже хотят зарабатывать. Но я говорю так просто и понятно, и поэтому некоторые вещи не отмечают именно для бизнеса, потому что тема-то бизнес, бизнес без стресса. А я говорю живыми людьми. И вот когда выходит там, мне там даже написал кто-то там, ой, как здорово, я никогда такого не видела, супер, чтобы на вебинаре там выходит человек, который я вообще никогда не знаю, который там впервые в жизни со мной живем разговаривает, и вся школа видит, да, Сергей, еще раз тебе привет, молодец, мы там с ним долго говорим. И говорим на самом деле по теме бизнеса, потому что Сергей там вспомнил, как он снимает синхрогимнастика и лучше делает там какие-то решения, а при этом он вспомнил, что Курпатова, который очень знаменитый, а я вспомнил о том, что его отец там, профессор Курпатов, говорил в своем методическом руководстве по психотерапии, то, что ключ – самый простой и эффективный метод саморегуляции. Да, и вот, Курпатов-то выступал на Даосском форуме, там на Сбербанке, говорил, он обучает там Сбербанк. Да-да, и вот это разве отклонение от темы бизнеса? Конечно, не отклонение. Просто я так просто говорю, легко говорю, и говорю, что мы-то сделали гораздо больше, больше сделали, и показываю опять эти приемы, что надо делать, как измерить у себя напряжение, и показываю уже лоскутками бумаги, синее, это ноль. Это как раз-таки то, о чем говорил Курпатов, там дефолт мозга какой-то, там ученый, там сейчас весь мир, там, сказать, обсуждает. А мы это в нашей школе делаем как рабочий момент, простой, элементарный. Как мы обогнали всех на 50 лет, так это же для темы как раз-таки нашего бизнес-семинара. Бизнес без стресса. Просто я говорю очень увлекательно, и не всегда люди отмечают важные кусочки. Я как раз все говорил по теме, потому что я занимался не преподаванием, как строить бизнес, это пускай делают другие, а я занимался тем, как сделать свой бизнес, люди же хотят зарабатывать, как сделать свой бизнес, раскрывая у себя таланты, и когда встречаетесь с трудностями, бизнес без стресса, вот о чем. И сейчас хочу сказать, этот вебинар еще висит там за 1000 рублей, потому что у нас эксклюзивная цена, потому что я вообще хочу сделать бесплатный ликбез против стресса для всего населения страны, чтобы могли управлять своим напряжением, снимать стресс и лучше заниматься своими делами, чем бы вы ни занимались, открывали свои способности, таланты и зарабатывали на этом, чтобы была поддержка. Да. Но этот вебинар будет еще по эксклюзивной цене висеть за 1000 рублей. До понедельника. А потом, как обычно, мы его поставим там на сайте стрессу и хасайру, есть меню-магазин, и там он уже будет стоить 10 тысяч, потому что на самом деле весьма было бы странно, чтобы такие уникальные приемы, правила, принципы, которых не было никогда в мире, дали за 1000 рублей, а многие там целый ряд нашей школы бесплатным приглашением. Активные участники. Активно участвуете, тоже будете получать бесплатное приглашение. Да. И вот Сергей, который там был, рассказывал, а я его видел первый раз в жизни, и он на вебинаре рассказывал, как ему это помогает, и я ему еще показывал, как надо, помимо повторяемых движений, находить больные точки и снимать этих напряжения. А он еще показывал, что он сделал изобретение, так это же есть на стене нашей школы, Homo Futurus. Как делать изобретения, инсайты, чтобы сохранять себе человек, человека мог себе сохранять и развиваться, как человек будущего. До встречи, друзья, до встречи. Будут следующие информации. Смотрите, подписывайтесь на наш видеоканал в YouTube. До встречи.